На конкурс дети читают стихи для Лабиринт.ру. Платонов Дима, 6 лет, Белгородская область, город-строитель. Леонард Кондрашенко, матерям погибших героев. Как горько нам стоять у обелисков и видеть там скорбящих матерей. Мы головы свои склоняем низко, земной поклон за ваших сыновей. Шумят под ветром сосны вековые, горят цветы невянущим огнем. Вам, матери героев всей России, любовь свою и нежность отдаем. Наследники великой этой славы, ее мы чтим и бережно храним. Героями гордимся мы по праву и стать на них похожими хотим. Считайте нас своими сыновьями, считайте нас своими дочерьми. Детей своих вы в битвах потеряли, и все мы стали вашими детьми.